Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по инвестиционному проекту Fast Moving. Успешно работает, платит, друзья. В этом видео я буду делать очередной вывод. Но также я развиваюсь, как бы сказать, а именно покупаю пакеты, ну и двигаюсь вперед, как бы увеличиваю свой доход. Не забываем о том, что это инвестиционный проект, а все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Я рискую своими деньгами. Вы же думайте сами. Я лишь вам показываю, где я работаю, где я зарабатываю. Ну, как-то так. Значит, здесь есть пакеты USD и пакеты рубли. Вот, пакеты рубли я развиваю. У меня было на старте, на самом, я покупала. Что я покупала? 5 пакетов сразу. У меня есть видео. Далее я купила пакет F6. F6 у нас стоит... Что у нас F6? Вот здесь пакеты 80 рублей. И купила я пакет за 160 рублей F7. Здесь перескакивать нельзя. Покупается все поочередно. Я купила пакет F7. Недоступен пакет F8. Когда я куплю пакет F8, мне будет доступен пакет F9 и так далее. Вот. Значит, также вот реферальные ссылочки. На нее кликаем, как бы, и ссылочка накопируется. Внимание, для копирования любой ссылок нужно на нее нажать. Нажимаете. Ссылка скопирована. Ну, вот как-то так. Так, кликаем. Здесь вот пакеты USD. И вот мои партнеры, мои транзакции, мои настройки. Это все можно покликать и ознакомиться. Есть чат. Мне, к сожалению, в чат не добавить ни скрин вывода, ни написать я не могу, так как мне это недоступно. Так, мой кошелек 581 рубль. И USD у меня 0,60 USD. Ну, сразу за раз я два, как бы, баланса. Я выведу сначала рубли, а потом уже, ну, это уже после видео, друзья. Я уже отдельно это все выведу. И я скриншоты выложу у себя ВКонтакте. Ну и, естественно, у тебя на канале Telegram. Вот. Лишь бы это сильно не зависит. Telegram. Видим, да, вот у меня виснет. Подождем. Потому что за раз, как бы, два сразу не вывести. Надо хотя бы интервал, ну, минут 10, наверное. И вот так мы вот виснем. Поставлю на паузу, после продолжу. Значит, запрос на вывод. Комиссия 5%. Прописываем кошелек. Далее. Значит, в долларах 0,5, то есть 50 центов, и 1,5 рубля минимальный вывод на Pair. Так, введите сумму. 581, 581.75. Далее, что мы делаем? Обязательно не забываем выбрать валюту. Я выбираю рубли. Если рубли, если доллары, выбираем доллар. Разгадываю капчу.
Все виснет, как обычно. Так, винил. И создать заявку. Правильно, правильно. Проверяем все, не забываем. Клику создать заявку. Так, далее, что заявка на вывод средств успешно создана. Сумма, ожидайте. Ой, главное меню. Будем ждать. Должно как бы появиться сообщение о том, что деньги поступили на баланс. И вот заявка на вывод средств успешно обработана. И с учетом комиссии 552 рубля 66 копеек. Мы пойдем сейчас на почту и проверим. Как видим, вывод почти мгновенно. Значит, плюс 552 рубля 66 копеек. 20.04.23 год. И вывод Fast Moving Bot. Все шикарно. Проект платит. Опять же, друзья, не забываем о том, что это интернет. И все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Помните об этом. Я рискую своими монетами, а вы, как говорится, это дело хозяйское. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!